Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. Продолжаем играть в драконы, всадники, олуха. 10 день, 30 рун забираем. Так, ну что, сегодня должны мы успеть допройти события. Так, опять древесина, да что ж ты будешь делать-то? Где же копья? Копья, которые мне нужны, ну ё-моё, ну. Эх, беззубик, что ж мне с тобой делать? Я уже не знаю, ребят, куда отправлять его. Я уже не знаю, уже очень много времени прошло с тех пор, когда я получал от него копья вот эти вот, которые мне нужны, блин. Так, обмен, обмен. Ничего здесь не дают. Опять же, хорошего тут на... Ох, нифига себе. 200 руды подкинули. Это что-то с чем-то. Ну что, ветрокрыл, дуй. Вот как раз-то мы его и хотели обучить. А я все вспоминал, кого мы там хотели на прокачку-то отправить. А вот он и выявился, да, кто хотел у нас прокачиваться. Так, ветрокрыл полетел. Здесь у нас, а? Пора собирать награды. Ну и что же мне дадут? Давай только не тусклый янтарь. Конечно же, именно его тебе и дадут. Тусклый янтарь никчемный этот. Так, ну что, давай отправлять, наверное, Грамгильду опять же в приключения. Пускай летит. Так, кривоклык, лети в лес. Так, сарделечка у нас пойдет. Ага. Ну, здесь наверняка опять же тусклый янтарь, скорее всего, выпадет. Нет руны, но тут их мало. 4 штуки. По-моему, даже он не купил сам себя, если я не ошибаюсь. А нет, окупил. Мы всего лишь 2 руночки потратили. Ну, а здесь нам выпадает 8 рун. Новые формы. Лети. Так, водорез. Блестящий янтарь забрали. Так, можно ли еще? Нельзя. Ладно, нельзя так нельзя. Лети. Тоже лети. Ты за рыбой. Ты за рыбой, ты за древесиной. Пускай шпарит этого за рыбой. Так, древесина. Древесина и еще раз древесина. Так, подожди, надо... Ты будешь, в конце концов-то, у меня все-таки становиться? Да ладно, неужели? Да, ребята, он у нас стал титаном. Брызговик стал титаном, это уже хорошо, ребят. Я его, наверное, сразу тогда отправлю на прокачку. А этот 9 часов 55 минут еще прокачиваться будет, ничего себе. 195. Нюхохват. Так, тут 3 часа 48 минут. М-м-м, 78 уровень. Полетел за 79. 315. Блин, уже нужно расширять академию. Уже, ребята, нужно расширять академию. Не... Мало кого отправил, уже все. Мест нету. Жесть какая-то. А этот там суетится, суетится мелкий. Такой быстрый. Летает там, как электровеник. Так, ну что, давай заберем тогда награды наши здесь. Так, первая пошла. Тут у нас сколько? 50. Блин, 10 этих очков не хватает нам, чтобы получить... Подожди-ка. Сезонный абонемент. А, ну да, я же забыл награду забрать. Прилив сил. Итого у нас, по-моему, 10 прилив сил. Здесь забираем. Это обычный ареновский пак. Шторморез. Престиголов, шепот смерти, брызговик, еще там кто-то. Еще там кто-то, коротко и ясно, да? Еще там кто-то. Ну что, давай открывать бесплатные паки. Шторморез, громобой, кривоклык. Допустим. Так, ну что, еще 6 монет Одина. Древоруб, ужасное чудовище, шепот смерти.
Ну, допустим. Так, теперь еще этих нужно проверить. Чешуйка плюс тусклый янтарь. А у этого грибы и опять же тусклый янтарь. Ну, допустим. Этих мы отправили. Так, забираем еще одну награду. Что у нас там? Коряги эти, драконьи. Драконьи коряги. Так, а шлем? Вот так вот. 8. Сколько там? 8 часов до следующего или... А, 8 часов осталось до конца. Понял. Ну, в любом случае, мне не собрать это яйцо. Ну, вроде бы здесь все. Здесь все. И что нам остается? А нам остается идти на события. Так, угроза злобной вандалы. Поехали. Блин, и у нас тут... Ага. Мини-босс, на котором мы, по-моему, в прошлой серии-то как раз и погорели. Именно здесь меня завалили. Теперь я буду аккуратненько все это дело делать. Если, конечно, все это получится. Груша одна есть, если что, ну, мы сможем хильнуться. Да ты заколебал. Вот, вот, вот началось, ребят. Офигенно, да? Бомбанул твою налево. Давай, наверное, сделаем так. Замечательно. Так, ну, сейчас этот будет, конечно, делать суперудары свои. Это неизбежно. А мы будем хиляться. Мы будем хиляться, кусать и бодаться. Вторая волна. Вот тут-то мы как раз... Ну, мы здесь встряли, потому что у нас убили, как ты помнишь, штормореза. Сейчас у нас шторморез, слава богу, на месте. Давай, наверное, вот так вот сделаем пока. Блин, только бы он не трогал мне Барсика. Неужели хана ему? Это же сейчас добьет, наверное. Добил. Добил жучара. Ну, что я могу поделать? Ну, добил и добил, будем сейчас этого кромсать тогда. Ну что, тройной удар. Будем сейчас разбираться с тобой. Им нужно сколько? 3, по-моему, чтобы сделать массовую... Нет, 4. 4 нужно энергии, чтобы сделать массовую атаку. Ну, ему это не дано. Ну что, давай посмотрим, что нам тут выпадет. Рыба. Отлично. Рыба нам пригодится. Забираем загадочный пак. Слушай, подожди, а что-то слишком много получается у нас. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Ну, понятно, один откат. Подожди, почему шесть-то? Два, что ли, придется отката делать? Чтобы пройти это событие на сегодня. Я что-то думал, что мы один раз, по-моему, проиграли. Ой, что я делаю-то? Нафига я начал его бомбить-то, ё-моё. Раз, два, сейчас они вдвоем. Естественно, это сейчас фаербол залепит сюда, наверное, да? Ну а как ты хотел-то? Как ты хотел тут по-другому-то? Это только чтобы Барсика спасти. Не более того. А вот спасу ли я его? Так, хиляемся. Сейчас супер удар что-то будет. Как ты достал, а?
на тебе. Оу, Барсик, пока. Распишут. Нафиг буду мстить. Это с своим двойным укусом. Так, ну что, тут выбор невелик, ребят. Да, с такой атакой, конечно. Это сейчас опять будет свою пшикалку дуть. Ой, ой-ой-ой. Давай так вот сделаем. Пускай помогает, пускай работает на нас, нафиг. Пробиваем. Поехали. 6 прилив сил всего лишь осталось. 6. Мало. Очередное колесо. И забираем. И забираем древесину. Ну что же. После этого поединка мы заберем с тобой светлый янтарь. И будет у нас мини-босс. Шепот смерти, да? Водорез. Хорошая команда, я тебе скажу. Очень хорошая. Такие злющих самых противников мне подобрали сюда. Блин, а он еще с пониженной броней. А кто бы сомневался, что вы будете все бомбить в одного, блин. Никто нисколечко не сомневался. Это сейчас будет... Или это сейчас... Кто-то из них будет сейчас суперудар делать. Хвостом там, я не знаю, там. Ну что ты там, будешь что-нибудь делать? Он-то делает. И они ходят первым. Естественно, сейчас меч нормореза вырубят, блин. Трындец, блин, какой-то. Вот что хочешь, теперь то и делай. Ну давай там суперударом своим бомби. Совсем не то, что это сейчас жарить будет. Ну, допустим. Пум-пум. Вот так вот сделаю. Какая-то с пониженной, ребята, атакой. Есть шанс. Давай еще раз бомбим его. Замечательно. Так, так. Ну все, прошли. Блин, всего лишь 5 прилив сил осталось. Дайте мне, пожалуйста, плод мудрости. 3 штуки. Одну. Ну, ладно, хотя бы одну. Забираем янтарь светлый. И переходим на мини-босса. У нас впереди еще, кстати, мини-босс. Потом обычная битва. Блин, дофига противников-то еще впереди. Так, 2 кревета дают. Синька. Слушай, ну синька это хорошо. Шустриков мы любим бомбить.
Шустриков мы любим бомбить. Это для нас топчик. Ну, вот это, конечно, начинается. Оп. Давай только без всяких вот там выкрутасов, своих суператак и тому подобное. Просто пшикни. Вот, видишь, как пшикнул. Последняя волна. Так, 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 так. Ну, наверное, вот этот. По-моему, этот, так сказать, бесяви всех. Тут главное, чтобы шторморез не стал хилять. Так, броня понижена, соответственно, этот сразу прикрыт. Нет, смотри-ка. Он не пошел по стандартным принципам. И это меня радует. Это меня радует. Так, завис, паренек. Пробиваем. Ну, вот и остался у нас тут один шторморез. Благо, эта битва у нас прошла более-менее хорошо. И опять рыба. Почти 200 лямов. Раз, два, три. Слушай, у нас три поединка, всего лишь одна энергия. Ты да. Зашибись, они поставили сюда двух стражей громобоев. Молодцы, хорошо устроились, я смотрю, ребята. Ну, допустим, одного-то я ушатаю, но они сейчас будут делать суперудары свои. Допустим. Ладно, этого тоже сейчас сольем. Недолго им тут веселиться осталось. Так, стальной капкан. Клыка крив, да? Или это ужасно чудо... Ужасное чудовище. Иди ты знаешь куда. Сейчас косолом его ужалит. И все, ему крышка. Так, громобой мы оставляем на потом. Сейчас будем этим заниматься, чудовищем. Будем заниматься чисто чудовищем. Так, Барсик добивает. Потом что мы там? Понижаем броню, да? Ай, Барсик, Барсик. Не добил. Ну как же так-то? Я уже думал, что Кривоклык будет по пониженной броне бомбить. Соответственно, урон был бы больше. Ладно. Давай сделаем так. Отхил. И укус. Ну что, Барсик, надеюсь... Нет, не получится у тебя. Кривоклык, конечно же. Опять рыба. Опять нам выпадает рыба. Но зато я смогу отправить кого-нибудь за железом. Что-то у нас содержит элитных. И это все ради 300 коряк я делаю. Шторморез, шипорез, громобой, чудовище, прихвостень, кривоклык. Восстановить. Вот я, ребят, даже не знаю, вот стоит ли мне из-за трех коряк, ну ладно. Потому что я потом смогу, если что, ребят, даже если мы не накопим на супер дракона, мы же сможем покупать паки, а в этих паках мы можем окупить вполне вот эти затраченные наши руны, которые сейчас тратятся. Так-с, ну давай начнем с этого, наверное. Два штормореза, это, конечно, люто. Мне бы дали двух шторморезов бы, я бы нормально бы тут жарил бы. Так, смотри, что вытворяет. Мне придется вот так делать. Иначе очень мало было здоровья. Окей. Готов, парень.
Перехиляемся. Но он сейчас будет, конечно же, делать суператаку. Типа заблокировал нам способности, но... Ничего страшного, хотя это только первая волна. Ты заколебал уже второй раз делать-то. Блин. И мне не применить? А сейчас тут эти будут. Зашибись, и у нас здоровье тут с Гулькин. Фух. Ну если я даже успею химнуться чуть-чуть. Раз, два, три. Вырубят они, мне кажется, сейчас. Или повезет, или вырубят. Повезло. А по-другому это не назвать. Так, этот ударит. Этот тоже просто ударит. Или разбег. Нет, просто удар. Так, давай хотя бы одного уничтожим. Все, а этот сейчас, конечно же, будет уже разбег. 4 энергии накопил он. Но он промахнулся. Он промахнулся своей суператакой. Для нас это, конечно, круто. Когда враг промахивается, тратит свою энергию и не попадает. А мы его вот так вот. Выпадает древесина. Ну что, у нас заключительный поединок. Да, придется восстанавливать. Давай смотреть, что там у нас. Кто будет. Надеюсь, две волны. Да. А то могли бы и три поставить. Так, с громобой. Я, наверное, начну вот с этого. С этого громобоя. Промахнулся. Бомбим. Так, минус один. С костоломом я разберусь, наверное, потом, попозже чуть-чуть. Упс. Жестко ты влупанул-то. Прям вообще жесткач какой-то. Так, костолом, наверное, будет все-таки продолжать сюда бомбить. В моего барсика. Не успокоится, да, получается. Это вынужденные были меры, ребята. Я думаю, вы понимаете, почему я так сделал. Он сейчас опять будет... Вот сейчас он может уничтожить его. Он промахнулся. У него был, ребята, шанс вальнуть барсика. С пониженной броней на разбеге он его убил бы. Но он промахнулся. Все стражи, что ли? Нет, вот этот у нас красный. Ну, допустим. Сейчас начнется. Раз. Два. Хотя бы по-разному бьют, и то спасибо. Вообще все бьют по-разному. Что меня очень порадовало. Так, хиляемся. Укус. Кто-то из них сейчас будет делать суперудар. Разбег, скорее всего. Ну да, костолом. Кто бы... Что не говорил. Лечимся. Двойную атаку делает, а? Паршивец. Я, наверное, понижать буду броню. Кривоклык, мсти. Молодец. Ну, я, насколько могу понимать, победа здесь будет за нами. Даже если он тут что-то сделает, чуданет, все равно мы его распетрушим. Вот и все. Событие пройдено. Здесь мы забираем рыбу. И 300 драконьих коряк. Все, забрали.
Что у нас тут? У нас загадочный пак. Так, монетки Удина. Шипарис, шторморис, костолом. Как-то так. И теперь надо отправлять нас... Ой, нас. Нам надо отправлять за ресурсами, за железом и тому подобное, да? Так, ты, парень, у нас где? Дровницу. Дерево собираешь? Нет уж. Лети за железом. И ты тоже полетишь за железом. Все, ребят. Соточка и соточка, это по 200. 200 железа они нам принесут. Так, пускай рыбу собирает. Здесь вроде бы все заняты. Так, это вот древесина интересует, пускай ее собирает. Все, да? Получается, все занято. Все рыбные места и тому подобное. Забрали. Ну что, у нас остается мобить, наверное, паки. Две штуки. Давай сделаем. Ну как две штуки? Две штуки паков набить, а поединка будет три, потому что надо еще получить пак Одина. Так, мелкий рыкошмак. Нет, это не рыкошмак. Рыкошмак у нас черный, да? Так, дальше кривоклык. Ну, я думаю, наверное, успеем его добить. На, отлично. Поехали дальше. Если выживем, то хильнемся. Мы выживаем, мы хиляемся. А разбег будет. Бамс. Блин, постоянно вот так вот. А этот, наверное, подхалим добьет сейчас своим укусом. Нет. Не успел. Значит, этот будет бомбить. Ну, гаденыш, а. Вешаем на него слепоту. Да, конечно, ага. Разогнался куда-то там. Ну, что-то там крылышки свои распушил. Нормально. Следующий поединок. Вот у нас кто. Мы видим костолом. Пристиголовый плюс барсик. Вот этого пристиголового будем разносить в первую очередь. Наша команда заточена просто против шустрых. Поэтому синих надо уничтожать в первую очередь. В плане, подожди, а что-то вы оборзели, что ли, блин? Я один раз сходил, они уже по два раза сходили. На. Так, минус, вырубили. Так, секундочку, это у нас красный, это у нас не страж. Плюс еще с усиленной атакой, его сейчас будет впаривать. Барсика, наверное, потеряем. Не, наверное, потеряли. Так, добьешь? Молодец. Ну что, вражеский барсик, вот и настал твой, по-моему, час. Минута славы, блин. Это бесполезно. Давай, наверное, сделаем так. И добивка. Ну что, у нас последний, надеюсь, поединок. Так, у нас тут Хоферсон, Крылатый Ужас и Барсик. Начнем с Хоферсона. Угу. Так, вражеский Барсик. Ну, будут бомбить сейчас моего Барсика всей толпой, тут понятное дело. Зашибись, еще и вырубили, причем так быстро. Ладно, я этому сейчас отомщу, попробую отомстить. Этот подходим постоянно бьет туда, где мало здоровья, блин, и вот что я заметил. Постоянно он туда колбасит. И они сейчас уничтожат, блин, а сможет ли... Да. Эй!
Зашибись, по два раза ходят. Ты прикинь, они просто по два раза ходят. Ну и что, и как я тут должен, извини меня, бомбить его? Яд на мне висит, зашибись. Разочек я его укусил. Но второй разочек я укусил, а тут он меня сейчас уничтожит, ребят. Двумя атаками. Нет, не уничтожил, значит, мы его должны уничтожить. Ух, нам повезло. Так, ну что, друзья мои, нам выпало два обычных пака, ну и, конечно же, пак вождя. Достается нам крылатый ужас, громель, шторморез, водорез, кривоклык. Скудненько, но тем не менее. Победил 5 драконов в схватке. Ну, как бы на сегодня получается все, ребят. Больше я здесь сделать ничего не смогу. Так что всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.